us. I got the sauce. Мы с моей любимушкой, мы с моей Гандело, где ты, где ты? Есть. Где ты есть? Мы двигаемся к врачу, который будет сегодня показывать нашего ребенка. И мы решили все-таки, наконец-то, что мы хотим узнать пол ребенка, что мы не можем больше терпеть, что все-таки мы не дождемся до конца срока, мы хотим это знать уже сейчас. Все, короче, решено. Идем к врачу, попросим у врача, чтобы он в конвертике выдал нам пол нашего ребенка и сделаем гендер-пати! С вас лайк в комментариях, по-вашему, у нас будет мальчик или девочка. И все, поехали. Волнуемся, волнуемся, переживаем, уже нервничаем. Я еще и после стоматолога, я не могу еще до конца нормально говорить. Еще и плюс это. Выходим. Как выйти, как вы вышли? Что я держу в руках? Тут в конвертике пол нашего малыша. Мы будем держаться, мы обещаем, что мы не посмотрим. Правильно? Точно? Точно, точно. Может, сейчас посмотрим? Мы не будем друг друга подбадривать, что нет, нет, давай все-таки посмотрим. А нет, давай посмотрим. Обмана не будет. Нет, это не будет. Пацан сказал, пацан сделал. И... На. Кто ты там? Кто ты, скажи? Едем. Постал этот момент. Знаете, куда едем? Едем отдавать конвертик той девочке, которая нам будет готовить тортик. С цветом, который нашего... мы не знаем. Да, цветом, который будет уже говорить, это девочка или мальчик. Вот конвертик, вот он спрятан тут надежно, никто не открывал, и так не видно. Не смотри, ура, не трогай. Давай мы все тут откроем, посмотрим. Сейчас, давай. Тихонечко, чтобы никто не видит, пожалуйста. Мы же сейчас отдадим и все, потом будем уже ждать только. Мы решили, мы не будем смотреть, едем отдавать конвертик, да? Да. Это малыш. Осталось чуть-чуть. Мусечка! Чуть-чуть. Малышня наша, мы узнаем, или ты девочка, или мальчик. Мы все-таки узнаем. Я не могу, у меня сегодня такой день, я уже не могу просто держать себя в руках. Волнение, все такое. Ну, ладно, поехали. Ара, моя малышка, идем конверт отдавать. Давай, говори, что, я не там припарковался? Не там. Чуть дольше я припарковался, потому что я чуть-чуть не знаю в городе, как ехать. А сейчас мы пойдем отдавать конверт. Так что не надо мне тут устраивать сценки, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Специально сразу включил камеру быстро, чтобы я ничего тебе не говорила. Да. Я и на камеру скажу. Говори. У меня очень болит поясница, я не могу ходить. Ты меня под эту гору сейчас... Любимая, тащишь. Останься в машине. Я не хочу в машине, я хочу говорить с ними и заказывать торт. Хорошо, тогда идем заказывать тортик. Да, любимая. Почему ты не ищешь вечно, ищешь, как бы посложнее сделать? Я не понимаю, что с тобой. Ну, бывает. А Копчик такой веселый сегодня. Давай сделай счастливое лицо. Знаешь, какое у меня настроение было? Уже хорошее. Давай, улыбнись. У нас хорошее настроение. И это не помеха. Да? Вот покажи людям, какую гору мне сейчас надо подняться. Ну вот да, знака вот того. Ну не специально я, не специально, простите. Бывает такое. Конвертик отдали, ребята. Такие мы уже прям вообще воодушевленные, да. Это, чтобы вы понимали, мы заказываем у проверенных уже девочек. И кого мы брали? Наполеон. Yes. Мы точно знаем, что здесь будет вкусный тортик. Здесь все хорошо, классно сделает, и мы скоро будем знать, все, кого мы приносим. Настроение лучше? Ты знаешь, что нельзя никогда спрашивать, что уже здесь прошло, уже настроение лучше? Я вспомнила и сейчас опять устрою тебе. Забудь. Такой красивый закат у тебя за собой, ты не представляешь. Смотри, а ты какая красивая, вообще красотка. Да, друзья, еще разочек хочу вам сказать от себя,
от моей жены. Мы вообще не были готовы сделать этот гендер-пати. Узнать пол ребенка мы решили в самом конце, когда ребенок родится. Но это такое маленькое счастье, которое нужно позволить себе. Короче, я вот так вам скажу. Позволяйте себе вот эти маленькие моменты счастья, потому что они того стоят. Вы потом будете вспоминать вот этот момент, когда вы узнали вот каким-то маленьким, даже самым простым способом, у вас ребенок будет там мальчик или девочка. Ну, это классно, реально. Поэтому совет от нас, от людей, которые никаким образом не хотели знать пол ребенка, мы говорим, узнавайте пол ребенка. Это классные эмоции, реально. Вот сейчас хожу, говорю об этом, у меня мурашки, я вдохновляюсь, воодушевляюсь этим явлением. Это... Ух! А началось все с того, что мы буквально пару дней назад об этом говорили, что... Я говорю, а Копчик, а... Ну, может быть, нам все-таки сделать это гендер-пати, может быть, нам все-таки узнать, потому что... Представь, мы родим ребенка, мы и так будем на 500-м небе от счастья. То есть мы даже 500-м? Не порадуемся, это девочка или мальчик. Мы сразу же будем любить это маленькое наше чудо, наше счастье. И это будет и так круговорот эмоций таких невероятных. Может быть, давай еще позволим себе вот эту такую маленькую радость, вот эту такую типа тёчку узнать. Ты прям так сказала? Так и сказала. Что-то не помню ничего такого. Вообще не помню. В общем, поэтому мы решили это все очень спонтанно, очень быстро. И вот да, так. Вот у нас было посещение к врачу. Мы к врачу сходили, сказали, что хотим конверт. Он нам конверт вчера отдал. Сегодня мы заказали тортик. Послезавтра возьмем тортик. Причем, я еще хочу добавить. Я себе представляла, когда мы начали этот разговор про гендер-пати, я себе представляла, что я там закажу какое-то белое платье, буду вся в белом, все красиво, каких-то там миллион шаров. А сейчас я понимаю, что никакого ни белого платья, ничего не будет. Но я так счастлива, ребята, что мы уже через пару дней узнаем, кто там что... Я не знаю. Смысл в том, чтобы вы не откладывали ваши желания на потом. Если да. У вас эта задумка пришла, если вы этого хотите, возьмите и сделайте. Поверьте, вот именно лучше момента не будет. Всегда. В следующий раз хотите то же самое повторить. Повторите, тогда сделайте лучше. Но если сейчас эта возможность есть, то бомби. Я тебя обниму, иди, ладно, я тебе все прощаю, все прощаю. Вот это настоящая Танюшка. Я сейчас парковку оплатил. Оказывается, сегодня парковка бесплатная. Она говорит, ну, придем тогда завтра постоим за то, что мы оплатили. А парковка, получается, оплата пошла на завтрашний день. Они не вернули деньги, типа, сегодня бесплатно. А оплата прошла на завтра. Ну, завтра придем постоим. Приедем завтра постоим. Хотим, да, прямо сейчас, чтобы вы нажали на паузу и... В комментариях написали, как вы думаете, все-таки это мальчик или девочка? Давайте, последний раз, напишите каждый свое мнение. Сейчас остановите, чтобы было по-честному. И просто одно слово, или мальчик, или девочка. У нас один единственный день на подготовку, и Акопчик привез меня в ТЦ. Может быть, я все-таки найду какой-то такой нарядик, который я бы себе представляла на тот момент, когда мы узнаем, кто там наше счастье, мальчик или девочка. Не знаю, как повезет. Найду, нет. Пойду в чем есть. Ситуация печальная. Танюшка хотела одеть красивое белое платье, но все, что мы нашли, не подходит. Что делать, Танюшка Джан? Любимочка Джан. Идем вот этот еще. Там еще один магазин есть, еще один вариант. Я не знаю, что это за магазин, просто я вижу, что я в него не заходила. Я уже, друзья, еле хожу просто, еле хожу. Она так устала, она хочет... Я хотела завтра быть какая-то другая, какая-то нарядная такая. Ну будешь. Я всегда красивая, всегда красиво, но это другое. Я хотела другого, праздничного. Ладно, давай иди, сходи, посмотри, давай. Может, что-то найдешь. А я скажу, друзья, пожалуйста, как-то поддержите мою любимую в комментариях. Она что-то вообще раскисла. Что делать, дорогая? Как решить твою проблемку? То, что есть, то один. Ладно, это такие мелочи жизни. Ну вот, я это и хотел сказать. Я просто очень устала, зайчик. Ничего.
Не смотри на меня сегодня. Я не могу на тебя не смотреть. Мне вот на тебя смотрю и не могу не смотреть, понимаешь? Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась и была счастливая и радостная. Я знаю, я и так половину всего времени улыбаюсь только ради тебя. Ради тебя. Когда я иногда еще хочу плакать, но я улыбаюсь. Спасибо тебе. Не видел даже, что спасибо тебе. Чем-то расстроена. Так что все хорошо у меня. Я очень рад. Не друзья. Нашли наряд, ничего. В чем есть, в том есть. Ну, у нас есть в чем? Да есть, конечно, что мы голые, боже мой, я тебя прошу. Пусть это будет самая большая проблема в нашей жизни. Вот, вот, дорогуша. Это как хорошо. Сейчас сядем, поедем домой, вкусненько покушаем. А завтра уже этот день настанет. Завтра за тобой мутика увидим, кто завтра там. Увидим нашего малыша. Да, узнаем, кто кстати, там. Друзья. Уже будем как-то обращаться, говорить. Или там мамина дотя, или папин опять, мальчик. Опять, это не к слову, но вы посмотрите а, на эту машину. Просто классно. Это что такое? Да. Просто это что за... Цвет такой. Цвет, вау, просто. Цвет бомбита. Шикардос. Да, да, это да. Что хороший, за машина такая хороший. Чудесная? А ну-ка, вообще классная. Вот ее я завтра и одену, я решила. Была бы эта машина, я бы голый поехал. Никого. Куда бы угодно. Все, едем домой? Все, мои, да. День забирания тортика настал. Иду забирать тортик. И сегодня узнаем пол нашего ребенка. Вы не представляете эмоции, которые я сейчас испытываю. Эх, классно. Всем вам желаю того же самого. Испытать те эмоции, которые испытываю я сейчас. Че, я один, вы спросите? Ну, Танюшка чуть-чуть спит. Время раннее. Ладно, поехал. Тортик есть! Тортик есть! Взял! Друзья, радуюсь, реально смешанные чувства такие. Вы... Спасибо вам всем, что вы в этот момент с нами, со мной, с моей женушкой. Мы вас очень любим. Малышка, малышка, малышка. Словили. Эффект неожиданности, да? Будем звонить нашим родителям, друзьям, родственникам, спрашивать мнение, как там вообще малыш будет, какой малыш будет. Обязательно. Тогда давай заканчивай, идем звонить. Давай, давай, давай. Первый звоночек хочу сделать моей маме, пусть она скажет, а потом детям. Или посмотрим, просто как пойдет. Ты согласна? Да. А то бы. Ой, какая ты у меня красотка. Да, парень. Мама, как ты думаешь, у нас будет мальчик или девочка? Не обсуждай, это девочка. Сразу, все принято. Один вариант, девочка. Все, давай. Давайте, все, позвоню, когда узнаем тогда. Мама, понятно было, она с первого дня говорила, девочка и все. Сестра, минус. Звоним Аллочке. Все заняты, никто не хочет с нами общаться. Ору, я так уже хочу знать, а их никого нету. Что делать? Звоню своей мамуле. Мамуля, привет. Привет, привет. Быстренько, как думаешь, кто в животике, мальчик или девочка? Нет, мальчик. Хорошо, принято. А хотела сказать девочка. Передумала быстренько. Все, хорошо, целую, потом позвоним. Да, давай. Мама, вообще смешно. А я никогда ни разу и не спрашивала. Я не знала, кого думает моя мама. Представь, то есть это для меня неожиданность. Она мальчик. Значит, один голос девочка, один голос мальчик. Считай, не, смотри, не потеряешь. Бабундра. Бабулик. Бабуля точно скажет мальчик. Бабуля, на одно слово, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, у нас мальчик или девочка будет? Мальчик. Все, давай, целую, потом позвоню. Пока, бабуль. Да, бабуля, когда? Вечером, мы видео снимаем, потом позвоню. Нет.
In часом има. Я не знаю, мы просто голосование собираем. Бабушка, все, пачик. Давай. Давай. Говорит, нет. Сейчас говори. Сейчас говори, мы еще сами не знаем. Она говорит, сейчас говори, да? Да. Так, сеструн, возьми трубку. Давай, 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 давай. Да-да-да-да-да-да-да. Сеструну звоним. Что ты показала? Что захотела? Юлечка, привет. Привет, это Масюта, привет, красотка. Такая моя холёсая. Так, Машулечка, как ты думаешь, кто в животике у нас? Мальчик, девочка? Тимченко. Тимченко. Так, два голоса. Юля, ты кто? Ты за кого? Мальчик? Три мальчика. Кто же е дома? Давай. Так. Давай, тогда я сейчас это звоню. Давай, ты своей сестре. А, я сбилась. Я знал. Сестер, да. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, у нас мальчик или девочка? Девочка. Девочка. А есть Аллочка и Арманчик? Мне их мнение нет, тоже нужно. Нет, они не дома. Сейчас придут домой. Позвони через несколько минут. Я тоже дома. О, Арман, давай, брат, и скажи. И ты за девочку? Привет. Что ты? Сейчас, одну минуту. Я недавно фотки смотрел Танины. Таня не смотрел и думал, что будет девочка. Девочка. Таня говорит, будет мальчик. Все, целую, потом позвоню. Спасибо. О, Андрюша! Привет, бригада! Ванюшка, Ваню. Как ты думаешь, кто в животике, мальчик или девочка? Не знаю, наверное, мальчик. Мальчик, понятно. Андрюшка, ты как думаешь? Братик или сестра? Братик! Братик, да. Все, все, все понятно. Что, Машуль? А это еще непонятно, может родить. Мы через несколько минут только узнаем. Как только узнаем, позвоним тебе, сразу скажем. Хорошо. Да, красотка наша, не грусти. Зато и у тебя есть планшет. Сестричку. Ой, Маша хочет сестричку. Сестричку хочешь? Мы родим еще обязательно и сестричку, и братика, их будет много, хорошо? Ну подожди, еще непонятно, что там. Ты принцесска моя, обожаю тебя. Все, тем-тем. Алло. Папуля, привет, я на два слова. Давай, да, я сижу курю, я тебе говорю. Я, как думаешь, кто у нас будет, мальчик или девочка? Таня, что будет, что будет? Ну, назви когось. Девчонка будет. Все, принято. Давай, целуем, папуль. Потом наберем. Пока. Пока. Добрый, добрый, хорошо. Девчонка. Девчонка. Девчонка ты там или мальчик? Кто ты? Или мальчинка. Ты вот сегодня как твое сердце чувствует? Там девочка или ну, мальчик? Ну, давай так, как хотя бы разделять наши голоса. Ты за девочку, я за мальчика. Я так сегодня и хотела, да? За девочку. Вы чтоб понимали, я последний месяц, наверное, точно была уверена, что там мальчик. Сегодня я проснулась, я не знаю почему, я хожу и думаю, там девочка, там девочка, там девочка. Думаю, мы сейчас будем записывать видео, мы сейчас и я, и муж скажем, что там мальчик, а я чувствую, что там девочка, понимаете? Я за мальчика, ты за девочку, договор? Да. Давай, брат, договор. Брат, давай, брат. Муся, ты там девочка или мальчик, скажи, дай маме знак, быстро, пока никто не видит, давай. Ты девочка, давай. Давай так сделаем. Если толкнет, то... короче, спрашиваем, мальчик или девочка, если что толкнет, то и будет. Ты мальчик? Тишина. Ты девочка? Тишина. Спит, значит. Она спит. Она уже сегодня, не знаю, часа два сейчас спокойно спит. Обычно, если просыпается, то это там дискотека такая надолго. А тут прям тишина. Ладно, еще разочек Аллочки пробуем.
Она чувствует, что мы там сейчас думаем, гадаем, ждем, уже не дождемся, уже не можем просто. Ей, детка. Кто это? Я. Аллочка, как ты думаешь, у тебя будет сестричка или братик? Окончательный вариант. Сестра. Сестра? Давай этого, Арманчика тоже спросим. Сейчас, Арманчик поднимется. А он поднимается? Да какая ты у меня красивая. Стой. Давай. Давай. Да, ты постригла! Ой, Люська! Это как так? Это когда? Вчера. Какая красивая девочка, вообще! Неожиданная красота. Тебе очень классно. Арманчик, как ты думаешь, у тебя будет братик или сестричка? Братик, ты мою сладость обожаю. Все, братик. Все решено. Все, целую, целуем. Потом позвоним. Пока-пока. По-моему, все, по голосованиям. Идем узнавать. Да. Мы очень долго думали, как сделать этот день особенным. И выбрали именно этот вариант. Изначально мы не планировали делать гендер-пати, но потом мы поняли, что это замечательный повод, чтобы создать воспоминания и поделиться этим замечательным праздником с вами. Что? Подожди, куда? Ты уже все, готова разорвать тортик? Я так переживаю, я так хочу знать. Мне уже всю ночь снится, эти девочки, мальчики, и я не могу уже. Ребята, чтобы вы понимали, у нас уже 30-я неделя, то есть мы к этому действительно созревали. Да, мы вначале не были готовы, потому что мы не понимали, мы не осознавали, что мы ждем ребенка. А сейчас мы уже полноценно понимаем, живем, не можем просто забыть, просто уже все, полностью осознаем, что этот малыш уже есть, и все. Больше другого варианта нету. И теперь мы действительно на все 100% готовы узнать об этом счастье, уже понять, осознать, уже готовиться с именем, с одежечками, с колясочками, с этим всем. Просто я не знаю, мы этим уже, ребята, живем, марим, бредим, и мы действительно хотим знать, кто там. Кто ты, мальчик или девочка? Бокалы принес. Бокалы готовы. Я уже очень сильно волнуюсь. Я думаю, ты тоже. Очень. Просто очень. Все готово? Я уже сейчас просто начну плакать. Весь мой мейк потечет. Готова? Да. Считаем до 10? Да. Давай очечки снимем, чтобы глаза были видны. Давай. Ой, сердце там бьется просто вот так 100-500 миллионов ударов в секунду. Лусечка. Давай поставим и начнем считать. И смотрим туда, в ту сторону, да, и давай, не подглядываем. Закрываем глаза и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ты уже нажала? 10. Нет, нажимаем. Надо было с 10 до обратно. Ладно, нажимаем. Давай нажимаем, давай. Не смотри, только не смотри, исчезай, не открывай. Не открывай глаза. Поехали. Давай, смотрим. Давай, смотрим. А ты серьезно, Сая? Это как вообще? Это вообще как? Это девочка, я правильно помню? Это девочка, Зая! Так это девочка? Это девочка, Зая! Это все нас, это тети Банчики, это все будет! Тихо мне! Поздравляю, любимая! Поздравляю, моя малышка! Я тебя поздравляю, Ору, я не верю, что там девочка, как девочка! Это все ты девочка! Это там девочка, Муся мамина! Я с радостью не знаю, что сказать, что сделать. Друзья, девочка. Ребята, все, кто столько времени нам писали, что это девочка, вы были правы, это девочка.
Сама не верю, сама. Мышечка, как ты там, девочка? Я тоже что-то не понимаю, что происходит. Я вообще не понимаю. Я хоть говорила, что девочка была, наверное, все-таки больше уверена, что мне там тоже... мальчик. Зая, ты там малисечка такая, да. Девочка? Ну, девочка, ты так всегда хотела этих девочек. Ай, ты этим девочек, ты там плутал девочку, ты представляешь это? Ты вся в слезах, все, да, я все в слезу, потому что я не верю. Мусечка, я вообще не могу поверить, это как вообще? Я тоже. Девочка будет. Вот эти эмоции все время с нами, вот когда... Реально, это девочка, все? Да, это девочка, представь, я сегодня просто проснулась. Это моя малышка. Я думаю, это там девочка, у тебя такие руки холодные, ты нервничаешь. Я очень сильно переживаю, нервничаю. Я проснулась и думаю, там девочка, думаю, а как же девочка, я же так хотела, чтобы был Андриан или Кристиан. Думаю, как девочка, нет, наверное, что-то не то. Потом все-таки хожу и думаю, нет, ну девочка, ну чувствуешь, что девочка, зай. Я не понимаю, что происходит, меня эмоции переполняют, я просто уже... Это вообще, я честно, я даже не представляла, что это будет... Короче, друзья, так. Родные наши, те, кто были за девочку, все... Все, да, ты там, девочка, там ты маленькая, красивая. Эти бантики, эти платьюшки, это все будет... Мусечка голёсая такая. А ты тоже плакал, я видела твои слёзки. Да? Конечно, это же такой момент. Я не специально это... Так... я вообще, я не представляю. Я ещё в шоке. В шоке от радости, я не то, что там... Это же в шоке. Буся, ты слышишь вообще? То есть ты там девочка? Мама думала сначала, что ты там бандит, потому что ты так бьешься сильно. Там бандитка. Там бандитка, там девочка-бандитка. Ты маме не даешь спать по ночам. Давай. Я думала, что мы хоть покричим чуть-чуть как-то. Я потерялся, я реально просто растерялся, я не знал, что делать. Просто сел и смотришь мне в глаза и говоришь... Я растерялся, солнце мое. Я не то, что не ожидал девочку или не ожидал мальчика, я просто вот этот момент сам не осознавал, что узнаем по... Ара, ну я реально не ожидала девочку. Я тебе клянусь просто, я была на 100% уверена, что это мальчик. Понял? И я когда смотрю, что розовый, то есть для меня этот... Я вообще не понял, когда... Извини, я тебя перебиваю. Я вообще растерялся, думаю, розовый, что это такое? А это девочки, это мальчик, что это вообще означает? Ты все забыл, что да. Я вообще просто вылетела. Или голубой, или розовый. Я вообще об этом забыл полностью, поэтому я вообще думаю, розовый, что это? Что? То потом... кто там, да, все-таки? Это невероятно, друзья, реально, это просто невероятно. Это счастье счастливое. Спасибо всем, кто был... сейчас, в этот момент с нами. Всем прям огромное спасибо. Ваши слова поддержки и любовь делают этот день еще более особенным. Ценным. Классным. Дорогим, таким незабываемым. Ребята, это такие эмоции. Я так счастлива, что мы сделали все-таки, что мы узнали этот пол. Это я сейчас не могу вам передать, что у нас в наших головах происходит. Да, эти у копчика, я смотрю, глаза горят, улыбка. Это просто это какое-то такое счастье. Счастье это, счастливое. Это никогда мы не забудем этот момент. Просто никогда в жизни. Спасибо, что вы были с нами в этот важный день, друзья. Ваши лайки, комментарии и подписка очень многое для нас значат. Мы будем очень рады, если вы продолжите наше путешествие в мир родительства. Мы вам обещаем, у нас будет очень много интересного. Будет очень много позитива, счастья, любви. Не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями и родственниками. Давайте вместе наберем просто 10 миллионов просмотров. Все, пока. Пока-пока.